Ну вот, вчера забрал с Москвы я свою бибику, которой покупки помог Тихонов Алексей мне. Уехал с Москвы вот до Нижнего, грубо говоря, до Арзамас, даже 500 километров. Что очень понравилось. Из нареканий так вот. Конечно, наверное, звук будет плохой. Ветер. При транспортировке стеклышко покоцали. Ну и небольшой тут вот скол. Его не видно, подкрашенный. Ну это неизбежно. Все красиво. Лапочки, все красиво. Все чудово. Так, могу рассказать. С самого начала решил я приобрести автомобильчик. Вот. Искал. Раньше у меня была Mitsubishi Delica. Просто. Решил найти что-нибудь то подобное. Вот. И нашел Mitsubishi Delica D2. Потом узнал, что это полный аналог Suzuki Solio. Вот. В интернете посмотрел ролик про Suzuki Solio. Вернее, там про Mitsubishi Delica D2 как раз был этот сюжет. Связался с хозяином ролика, Алексеем Тихоновым, и он решил помочь мне в приобретении автомобиля, который... Так, мы делали ставки на несколько автомобилей в Японии. Ну, то есть они делали ставки, он мне просто предлагал, какие есть. Вот. И вот данный аукционный лист, который выиграл. Выиграл, ставку нашу сыграла. Вот. Оценочка его 4SS. Вот повреждения какие на нем были. Вот. Ну и все остальное. Пробег 106 тысяч. Ну, в общем, выиграли мы этот, как говорится, аукцион. Пришел инвойс, так называемый. Это, оплатить я его не смог напрямую, так как у нашей глуши наш Сбербанк и остальные банки в иены не переводят и не оплачивают курс по курсу. Пришлось через Алексея отправлять в Владивосток денежку. Оплатили этот инвойс. Машинка пришла во Владивосток. На таможню. Пришел счет за таможню. Ну, я не стал париться обратно напрямую таможню платить уже. Также через Алексея проплатил уже таможню. И все. Машина ушла в Москву. В Москве уже заплатил по факту, когда пришел контейнер уже. 66 тысяч обошлось. Полностью машина мне обошлась в 66 тысяч. Ой, это доставка 66 тысяч. А полностью обошлась, ну, даже с моей дорогой в Москву и обратно, до Нижнего Новгорода, грубо говоря, 800 тысяч. Вот. И получил я машинку свою, которая мне очень сейчас нравится. Сейчас одни экскурсии уже провожу по ней. Она единственная в городе такая у нас. Красивая, эксклюзивная. Так что я один в городе обладатель такой машинки. Теперь вот решил показать поподробнее, что мне нравится, что не нравится в этой машине. Ну, то, что нравится, мне кажется, нравится супер. Минусов тут, как бы сказать, больше скажу, нету. Ну, есть, конечно, но то, что зеркало покоцали, и, допустим, ну, конечно, желал оставлять желать лучшего места в багажнике, но оно уже
компенсируется тем, что можно сиденье отодвинуть. Двигатель, могу сказать, чистенький так пришел. Сейчас покажу. Хорошенький. Вообще супер. Все еще говорят, что на ней не ездили, что ли, блин, там чистенький, как будто отмыли с нуля. Вот двигатель. Все, как говорится, супер. Тут. Ну вообще, как смотришь, машинка как новенькая. Даже подкрылки под это там. Как у нас привыкли антикор делать, все остальное, блин, тут ни антикором ничем не пахнет. Но, извините, сейчас покажу, если получится, и видео это запечатлит. Все как, вот тут видно, как новенькое. Все супер. Единственный вот недочет, ну, так же, как и было указано в этом, как в прайс-листе. Вот. Ну, небольшие тут подкраски. Подкрашено. Ну, это все пластмасса, она все это делается. Нажимаем. Все открывается, все нормально, чудненько. Салончик чистенький. Ну, можно химчисточку небольшую сделать этого потолочка. Это фигня все. Как говорится. А так все. Супер. Обе двери электрические. Бандит достался в комплектации нормально. Но единственное, что вот плохо зеркала без подогрева. Жопогрей, как говорится, только у водителя. Остальное все. Ну, это, как говорится, японцы. У них свой взгляд. Так что вот. Съездил на родничок за водичкой тут. Затарился водичкой. Все, пупер, пупер, супер. Сидушки. Если надо. Надо отъедут. Надо подъедут. Тут бутылки мешают сейчас. Раз, отъехали. Вот столько прибавляется места. Раз. Можно назад. Сейчас перекачу бутылочки. Другое. Раз. И ставим вровень стали. Все супер. Была бы еще дверь вот задняя электрическая. Был бы вообще супер. Так вообще. Пришла. Я так чувствую, конфетка. На 5 баллов. Не на 4, как по японским. А по нашим на 5 баллов. Супер. Леха, благодарен. Конечно, поначалу, когда с тобой связался, очковал. Немножко отсылая деньги в никуда и никому. Но не пожалел. Честно. Честно, не пожалел. Все, большое спасибо, Лех. Долго мучился, искал. Куда сим-карту, он просил SD-карту, куда она вставляется. Нашел, что вот открывается, и вот здесь вот торчала карта. Я не мог понять, что он ее не видит. Оказывается, намного проще. Посмотрел много роликов, оказывается, намного проще. Снимаем панельку здесь. И видим еще один слот. Вот сюда я его и вставил. Все элементарно. И магнитолка у меня теперь активировалась. Спасибо. Если будет полезно, смотрите.